В октябре состоятся местные выборы. Все, что у вас есть, это один голос. В 1649 году всего один голос решил судьбу короля Англии, Карла I. Он был казнен. С перевесом всего в один голос Гитлер пришел к власти. Один голос включил Техас в состав Соединенных Штатов. Благодаря одному голосу во Франции пала монархия и страна стала республикой. Один голос отменил смертную казнь для несовершеннолетних в США. Всего один голос меняет будущее стран и народов. Это может быть ваш голос и ваш шанс построить будущее, каким его видите вы. Никакие мелкие подкупы в виде подарков и энных сумм не стоят реальных изменений. Не потеряйте свой голос.